У меня детский любимый анекдот. Мама, а почему, когда одни едят мороженое, другим тоже хочется? Что, например, только в России в честь Дня труда отдыхают 4 дня. Или, допустим, только русский человек, если ему разрешить делать все, он не будет делать ничего. Мы любим смеяться, но анекдоты сами не рассказываем. Любимых анекдотов не бывает, я их не запоминаю, но посмеяться могу. Шутка есть хорошая. Значит, мужчина купил квартиру с системой «Умный дом». Пока мужчина был на работе, квартира переехала из Перми. «Пусть земля им будет пухом», — говорили китайцы, набивая пуховики землей. В скором будущем в России вступит в силу закон, что если человек доживает до пенсии, он будет вынужден за это заплатить штраф. Пришла девочка в музей и говорит: «Мама, мама, смотри, Мадонна с Мадоненком». Встречаются два москвича, один у другого спрашивает: «Ну как, ты устроился?» Второй отвечает: «Нет, пока еще работаю». Ну, это смысл такой, что москвичи сейчас живут, и они не работают, они сдают свою квартиру, как бы, да, если у них есть квартира, и как бы их времяпрепровождение это как бы устроился, значит, сдал квартиру и отдыхает круглый год.